и как Балда 3 как-то схожа с 1.2. Привет, Дэдли. И как Балда 3, слушаю, я практически только начал. Наверное, схожу. Ну, по крайней мере, я думаю, она схожа с Neverwinter Nights. Поначалу выглядит так. Думаю... Озвучка чата. Озвучка чата, да, есть. Так, я все правильно сделал. Все правильно. Прозрачность есть, есть. Говорил, что захватит мир. Ну да. С ней удобнее, потому что чат я не вижу нигде больше. А она стикеры озвучивает. Лаур 3.39 уми, Лаур 3.39 уми, Лаур 3.39 уми. Озвучивает, как ты проверил. Я знаю, она смайлики некоторые озвучивает. Например, вот такие. Смайл радость. Спамить не завидимо. Смайл улыбка гримаса вроде. Гримаса вроде. Они. Так, мне кажется, ли игра слишком громкая? Возможно, мне кажется. Нет. Чуть-чуть потише сделаю. Так, Дроу. Сандарина покатит. Внешность. Пусть такой оттенок будет. Голос. Да пофиг, там особо не отличается. Цвет волос. Татуировки не хочу. Ну, что странно, шрамы нельзя было делать. Neverwinter и тут, в принципе, тоже, только татуировку можно добавить. А, да, причесочку. Самолец. Эльф Дроу. Почти что самолетец. Блин. Все-таки адские некрасивые прически. Такая более-менее, наверное. Лысина, топчик.
Так, класс, внешность, тав. Будет. Пусть так зовут. Килимхай Роуд. Так, класс. Будем плута отыгрывать. Навыки. Акробатика, обман. Исполнение. Убеждение, что? Развлекайте зрителей, держите аудиторию. Он что, стример? Лучше проницательность какую-нибудь возьму. Атлетика, ладно, не к черту. Магию у нас не выйдет. Кстати, чатик, наверное, не скрыл, да? Или полупрозрачный мой сделать? Тут и крутые в ДНД, но в балде так себе, ибо в основном бои на природе. Ну, там, скорее всего, еще будут довеском какие-то персонажи встречаться. Так что я, скорее всего, не один буду. С расчетом на это беру. Конечно. Плут плюс бард им веща. Бардом станешь, плут за спинку во время стана. Это если есть такие способности здесь. Тут класс, это, по-моему, следобит, друид, барда-то нет. Так если какой-то подкласс дополнительный. Наверное, под магом. Чертикл, там волшебник. Да, я думаю, у нас стан будет в любом случае. От кого-нибудь. Странно, в первой балде вроде были. Я говорю, подкласс какой-нибудь. То есть ты развиваешься в одном классе. И потом открывается другой. Класс. Скорее всего, так, мне кажется. Ну, значит, воином станешь. Так. Выносливость. Ну, в принципе. Мудрость. А, все, максимум, да, ловкость. Или сколько здесь, наверное, 3 нужно теперь, да? Нет, максимум, понятно.
кратная единица. Смысла не добрать, потому что бонус не идет. Атлетика. Это у нас спасброски какие-то на атлетику, акробатику. Когда дайс будет, типа пробрасываешь. И все тип-топ. Выносливость. Выносливость вообще дополнительных спасбросков не добавляет, да? В принципе. Оптимальное значение вот такого он мне предлагает. Зачем-то 13 мудрости. Проницательность, внимание. И ловкость 17. И если убавляю, да, кратных 16 также дают 13 бонусов. Харизма. Обман. Убеждение. Я бы в харизму накинул чутка. Все-таки плут. Он должен наебывать не только карманы, но и языки, уши. Запугивание. Исполнение. Плюс 3. Самый умный пойдет харизматичного алхимика. Нормально. Обман и убеждать еще, если что. Если что, я могу не только обаятельный обманщик. Шикарно. Так, очки умений. Байтит на свинец, а потом делает из свинца золото. Ноль. Так. Кто вас привлекает, кто вам снится? У меня уже были задумки. По-моему, нормальный вариант. Кто может еще эльфу сниться? Золотой дворф. Щитовый дворф. Щитовый дворф. Золотой дворф. Каждый мечтает такого папика. Каждый мечтает. Ну да. Лесные, блин. Полуэльф дроу. На самом деле, полудруг, как правило, появляется на свет в результате связи между друз... между дроу Солдариан и обитателем поверхности. Это как бы дроу Лос тоже насиловали эльфиек на поверхности. Так что это херня полная. Что пишут? А как это лесной полуэльф? А, он полуэльф, да? А полурослик — это полудворф. Такой мелкий, что может прятаться, не нагинаясь. Лаурдрии 39 уми. Не, ну он, смотри, он еще высокий. Вот полурослик, он еще меньше. Как бы по высоте, если смотреть. Еще нормально. Не, полурослики карлики по сути. Внешность можно менять?
Почему похож на Геральт, да, голос как у женщины можно выбрать? Тифлинг самый билда. Но у него коп... Где копыта-то? Ну ладно. Из-за рогов, наверное. Высоты добавляется. Так, тифлинг же. Пага-тейсти. Они чё такие у него рога? Но физики нет, у рогов. Хвоста только. Гитенки. Что это за поза такая? Это вообще нормально? Панс-шоты. Какие-то. Почему она так стала? Это типа расовая херня, что она так встает. Что за херня? Нормально стоять не могут. Как остальные. Крепкосердечный полурослик. Сэм. Легконогий это Фродо. Так, ну допустим, дроу, наверное, будет дроу снится, хрен с ним. Будем считать так. С мужским голосом. Шикарно. Так, прическа сойдет. Цвет волос чисто дроу, седые. Так, хорошо. Без макияжа, в принципе, все получается. О, Бэр, привет. Тентакли опять показывает. Я бы вот с Летидой поиграл. То, что там выбор раз, вот который там обширно есть, херня полная. Летиды топчик. Не своими щупальцами залазит куда надо. Но анимации здесь красивые. Прям видно, постарались. Да, мужик, такое дерьмо не каждый день увидишь. Как поживаешь? Борь, как там в Апексе все хорошо?
Я заболел, я буду лёркать. Блин, заболел. Давай поправляйся, блин. Я себя уже получше чувствую. Смайл сердечко. Ням-нямка. А чё не сел-то? Кстати, спорно. В ДНД драконы, они тщеславные по большей части. Зависит, конечно, от того, какие они. Ну, по крайней мере, красные. И какому-то наезднику сидит на них не позволили бы. Хотя, может, их обстоятельства заставили. Понимаю, мой взгляд. Привет, Пикачу. Как поживаешь? Надеюсь, ты не болеешь. У меня чуть-чуть доспех ободрался. Выпускайте меня в игру. Кстати, ты милашка. Кстати, нет. Ты милашка. У меня все хорошо. Ну, подъем. Это же я. Кстати, да, ты милашка. Кстати, нет, ты милашка. Ну, голова болит. Меньше бухать нужно было. Так. Не понял. Куда второй этаж пропал? Персонаж на первом, я должен находиться на первом, да? Inside, что-то было только что. А, автосохранение. Пустотный клубень. Создает силовую пулю, притягивающую все ближайшие объекты и существ. Если цель не пройдет испытание ловкости. Прикольно. Сдох, отлично.
Восстановление. Питомник. Там вот личиночки были. Отсюда появилась эта тварь. Паразит, что извивается сейчас в твоем мозгу. Ага. Расследование. Смотрите резервуар. Интеллект плюс один. Смотрим, бонус плюс один. 10 или больше выкинуть нужно. Ну ладно, смотрим. 5. Неудач. Слишком туп для этого. Ну ладно. Ты ничего не видишь. Ты больше ничего не видишь. Интересно. В его взгляде так и читается. Давай потрогаем. Или нет? Или да? Хельщеватый сундук. Едкий клубень. Так. Создает лужу едкой жидкости, которая наносит 1d4 урона кислотой за ход. Нормально, пригодится. Только с жиром. Коневый химик. Можно, кстати, в паре использовать. Кинул одну, потом другую. Хотя пока что не имеет смысла. И почему ты не идешь? Прыжок. Прыжок, а можно спрыгнуть просто? Один урона. Слишком высоко, но... Лучше заранее это знать. Пока хилка рядом есть. Так, здесь тоже можно подняться. Типа дырка. Чтобы посмотреть, где мы летим. Приветствую. Кто? Яна Антипенко. Чего? Арабский разум.
такой рабский разум, непонятно. Что за фигня такая? Мозги в банке, чтобы... Может пригодиться. Так с ним пусть будет у меня. Прыгать — это прикольная тема. Окунуть. Обмакнуть оружие в поверхность. Мой персонаж чуть забаговался тут. Застрял просто. На сколько ходов это действует? Дальность 3 метра. Окунул, она горит. Как-то отображается. Я не вижу. Прыжок. Это уже разобрался сам. С прыжком. Так, ладно. Топаем дальше. Ну так ему нужно центрировать камеру. Матши без. Это что такое? Липкий. Какой стул? Липкий. Образы гоблинов, их повадки, эпизоды их жизни мелькают в твоем мозгу. Словно воспоминания. Записи летидов. Это типа планшет, да? Органический. Еще один липкий стул. Слизистый панцирь. Не знаю, что все это, но я это забираю. Нельзя посмотреть, как выглядит. Это, наверное, на продажу все пойдет. Это тут что у нас? В твоем разуме возникают размытые образы мозги и тянковые яичницы и столетия в непроглядной тьме. Темный разум. Thousand years.
твоей голове проносится картина тысячелетней истории гуманоидов, эльфов, дворфов, людей и других народов. Какой-то голос слышу. Что, еще один мозг будет? Тоже я смогу подобрать. Похоже, ему уже не помочь. Да, ты явился, чтобы спасти нас. Ты освободишь нас из этой темницы. Прошу тебя, скорее, пока они не вернулись. Они вернутся. Кажется, ты напуган. Чего, боишься кого-то? Врагов. Их очень много. Говорит со мной мужчина или мозг? Новорожденный, явившийся на свет из этой оболочки. Можно уничтожить. Извлеки нас из этого тела, освободи нас из этого плена, пожалуйста. Пожалуйста, да? Расколоть череп, но сила у меня плохая. Ловкость хорошая. Можно попробовать извлечь. Упс. Не получилось. А если хочу его вытащить? Ничего, вариантов больше нет? Типа провал и все? Топай? Сейв. Сейв. Мне перегрузка. Действительно перегрузка. Из-за этого хлама.
Ну ладно. Да ладно, ладно, не оставлю я тебя. Раз уж не удалось. Просто уничтожу. Интересно, у него положение стало. Блин, мне все-таки интересно, что будет, если я вытащу его. Это издевательство над моим мозгом. Что придется все заново тут лутать. Кстати, попробуйте это заново пройти проверку. Курс почечных хрупкий, легчайшее прикосновение разрушит его. Ставить личинок, да почему бы нет, если коснусь, то они уничтожатся. Зачем мне уничтожать личинки или титов? Я хочу, чтобы они остались. Пустая раковина это было. Так, ну тут, по-моему, нечего брать. Попытка номер два. Почти что критическую. Критический успех. Лечить мозг. Не буду. Зачем?
Пусть прыгает на здоровье. Ну, тем более он такой милаха. Тогда я вот это существо. Милые. Очень. Как тебе? Так, мы. Это мы. Я бы взял к себе такого, особенно если это ты. Новорожденные мы. Только осваиваются в этом мире. Прикольно. Мы. Ха, он там остался. А чё там, спуск был? Эх. Ну, ладно. О, дракончик. Блин, прикольно. Да пробую жаловать в аду. Чё-то сделали в игре за год. Чё-то сделали в игре за год, я вообще без понятия, я в первый раз запускаю эту игру. Да, кстати, привет. На релизе. Привет, привет. Ну зачем на релизе? Что она была лучше на релизе? Так, я не понял, что это чертяга не идет. Я и так вижу, что я беру. Как бы не проблема посмотреть где-нибудь про игру информацию. Превратились, что ты имеешь в виду? Птицкий паразит. Рассказала, что я и так знал. По ДНД. И по чтению книг. Так, тогда вперед. As long as it believes we are thralls, it may be of use in the fight to come.
Всех скрытности я не могу закинуть, да? Так, минус один. Ой, не, обучение не надо. Так, выстрел в бедро, пронзающий удар. Так это для кинжалов, скорее всего. Не, для любого ближнего боя, походу. Снижает скорость перемещения. Да, мне кажется, он от моего плевка сдохнет. А, пляшущие огоньки. Таланты дроу. Неплохо. Врожденный талант дроу, причем. Так, из-под тишка. Преимущество. А чё, почему вы не один? Точнее, я один. Это нормально, да? Ну ладно. Так, а он меня заметит? Я подползу к нему. Ну да. Что, я смогу атаковать? Нет? Нет, все. Подсказочки. Ну, он сдохнет. Чё? Яркая слоноватая жидкость реагирует на любой источник тепла. Что это было? Я движение прожал случайно. Спрыгнул. Легкий арбалет. Так, стоп. Выстрел в бедро или пронзающий выстрел? Дальность 18. Ручную. Можно окунуть. 1d8. Большой урон, кстати. Максимальный. 1d10 на восьмерку. Это что за херня? Пусть 1d8 будет.
Это вот нужно так обойти, чтобы добраться до него? Серьезно? Забавно, что живой раб был подписан мертвым рабом, хотя он еще не умер. А вот теперь он мертвый. Легкий намек на его судьбу. Очень легкий. Есть чем затушить. Резервуар неотилоида. Я так понимаю, наоборот горит хорошо. Обокрасть. Ну, попытка была интересная. Локация напоминает локус Диаблы III. Там где эти? Небеса, ты имеешь в виду? Демоны на небеса нападали. Вроде так. Ну, небеса. Локация. Бык меня ранил. Ну чё, никакого тактического боя? Просто нашпиговал и всё? Ну ладно.
Как бы не очень хотелось. Сохранение. Хорошо, а то я забываю сохраниться. Ничего не трогать. Говорила. Она просто не знает, что я так все потрогаю. Я бы вас всех потрогал. Mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Думаю, плохой вариант ударить. Скорее всего, что-то засунуть нужно в этот разъемчик. Не всегда это плохой вариант. Очищенное реле берем. Несение ран. Нужна жизнь. Нужен ключ. Я же взломщик гребаный. Ну ладно, нет. Так, если написано, что нужен ключ, значит где-то ключ есть. Эльтистская стрелка указывает в ту сторону. She doesn't notice you.
Самое примечательное, никого в капсуле нет. Ранний доступ. Ну да. Какие щупальца. Прикоснуться. Вот это Григолетто. На тебе только зубы и глаза заметны. Психо 558 и было. Так, ключик я, кстати, нашел. Наверное, надо все-таки отсюда. Потусторонняя руна. Не, она вряд ли подходит сюда. Ты что за пердёж только что был? Домовой. Gratitude is mixed with wariness, because you have a gift with you. You keep dangerous company. I did. It must be because of those parasites they put in us. They'll have to wait. I need to get off this ship alive first. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Shadowheart. One moment. It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Time to press ahead. Так, я еще не все потрогал. Не понимаю, на что 150 гигабайт ушло? Почему 150 гигабайт? Там меньше. Ой, я их прикончил. Сколько? В требованиях вроде 150 написано. Сейчас посмотрю. Ничего не знаю, я закачивал намного меньше. Там около 70, наверное. Ха-ха.
We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Кейн. Скачала. А в распакованном слэш установленном виде сколько занимает? Около 90, по-моему. Может, на релизе они предполагают, что 150 будет? Ну, на странице 150 пишет. С запасом взяли. Да, где-то 90. Прикольная у них битва там. Чисто на уровень Трунайтс. Первый. Пока я не зайду, не затриггерю зону определенно. Короче, типа ничего не происходит. Просто стоят и это. Анимации проигрывают. Ты чисто посмотреть. Помогать не будешь. Мамила 2 и W. Тогда зачем помогать? Интересно, если тупо стоять, кто победит? Кстати, у тетеньки. Ладно. Пока что дальний бой. Дохожу. Клирик, да?
Шанс, что я его прикончу сразу. Мы можем попробовать пронзающий выстрел. Пошел лутаться. Стою. Обойти нельзя было. Интеллект не прокачала, чтоб обходить. По-моему, без меня прекрасно справляется. Я тут пока полутаться могу. Тут есть что полутать. А мне типа добраться сюда нужно просто. Что-то какая-то подстава чувствуется. Я дойду и будет жопа какая-нибудь. Может, добить поможешь?
Добить? Да не, он сам справится. Я уверен. Или ты летит, ты предлагаешь добить? Survival is all that matters. На 5. Вот, помог, все. Могу идти дальше. Да, он меня два раза убьет, если лупанет, если подойду. Еще промах. Ближе стоишь. Поближе стоишь, она ни хрена не попадает. Сейчас поплюемся. Неплохо. Оставь его мне. Видишь, он говорит, типа, это... Идите в жопу, он мой. Сейчас я лутаюсь дальше. Говорю, твари он поуползали. Так, кто из вас дальник? Никто. Еще луч. А у нее есть бронительная стойка, но вряд ли есть. Она же двуручником бегает.
понимаю, с кабанов ничего не выпадает. Ладно, попробуем помочь ему чуть-чуть. Один d4 плюс 3. Похилить его можем попробовать. Или атаковать. Блин, 40% шанс попасть, конечно. Она мощно стреляет. Мощно стреляет, только она может промахнуться тупо. Может свитку каким-нибудь долбануть. А огненный вряд ли подойдет, потому что это огненный полудемон. Плюс 6. В принципе, они почти в одинаковых условиях. А, ну может всё-таки священное пламя еще может. Испытание пройдено. Мне кажется, за 8 ЛВЛ должно хорошо насыпать. Ну, сейчас посмотрю. О, ему и глушение накинули. Неплохо. Блин, но этот уже не добежит. А ты тоже ни черта уже не сделаешь, да? процентов. Один. Ух. Это было мощно. Сотрясение мозга. 30% два глушенного. Мамила два клаун. Один d6 на так плюс один. О, 100%. Испытание провалено. Недостаточно ресурсов действия. Отлично. Это я его добил. Походу. Четыре. Так, где там? Чё, блядь?
Кто? А привет. Блин, ну два хитпоинта ты мог бы еще дополнительно накинуть. Какого черта? Ладно. Давай, ты должна просто попасть. Да. 30%. Я вообще не верю, что она попадет. 40%. Бесполезно. Можно надеяться только на то, что этот добьет. Даже не показали, сколько получил. Рывок. Я тоже так умею. Ты успел вовремя. Не успел. Твоим цветом ты просто мастер стелса на этой локе. Да, это было с расчетом взятым. Скрытность 100. Да там 100+, если глаза не открывать и не улыбаться. А, кстати, они практиковали такое. Дроу. Некоторые мастера меча пользовались тем, что закрывали глаза и дрались на слух. Учитывая, что они в подземелье живут все, в кровешенной тьме практически. Это имба. Что, блин, происходит? Слышу звуки, но не вижу ни хрена.
игрушки так быстро прогружаются? Великолепно. Дебильному вообще выпал. И он еще живет. Да? Прекрасно, типа сбежал, но все еще жопа персонажу. Излечь паразита. Сколько мяса? Он типа рядышком упал. Бедный рыбак. Припас. Shadowheart без сознания. Будем подглядывать, пока без сознания. Не получается. Ну ладно. Камеру по-другому не повернуть. И ограничений тоже не снять. Окей. Блин, его рожу даже в тени не видно, тупо. Ну, чисто привычка профессиональная. Проверить, если у тебя что-нибудь ценное. Again. I'll give you a pass this time, considering I owe you my life. And speaking of, how are we alive? Идиос. Ты мне это подскажешь. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Если где мы находимся. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ну, не самый худший вариант.
dodging off by yourself sounds like a fine way to get killed. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Прицепилась. Не удалось у меня свалить. I wanted to thank you again for freeing me. Ты чисти мы? Наверное, можно. Lead the way. My face protects me. Там был вариант, наверное. Или я просмотрел. Там был вариант вообще отказаться. Типа я нажал, ну ладно, пошли. Просто ты меня не отпускаешь. Мне кажется, вариант-то был. Ладно, уже не посмотреть, походу. Ну и пофиг. Так, level up. Особенность. Хитроумное действие, рывок. Чем отличается от рывка обычного? Я не понял, она шедовар или кто? Высший ПВ-эльф. Почему Дитя Ночи квест там был? А, Дочь Тьмы. Почему Дочь Тьмы? Потому что она шедеварчик. Тем более, что Хард зовут. Ну, почему она так использует такие способности? Типа лучистый урон. Не соответствует. Так, подготовлено заклинание новое. Изгнание нежити. В принципе, они меня устраивают. Домен обмана. Если изменить.
целых два исцеления каких-то. Мне эти пока что устроят. Stopped me yet. Swift as my feet can carry me. Breathe deep and move. Я бы думал, это мы. Put up a fight by the looks of it. Которую встретили раньше. Интересно, мы встретим его еще раз. Весла на воду, соль на руках, весла на воду, солью пропах, весла на воду, крепче штурвал. Сучи королёва придержит шквал. Песенки. One day I'll catch a break. Можем пройти сквозь корабль, да? Можно пойти к воротам. Надушенное письмо. Я тебя люблю. Вот, я это сказала. Если мы завтра увидимся, я это повторю снова и снова и буду повторять. Пока мы не состаримся и не посидеем. Так, давай рискнем. Едем у ворота Балдура. Да это опасно, но оставаться здесь тоже опасно. Последние месяцы приходилось непросто. Но когда ты рядом, жизнь становится легче. Брось свою лодку, приходи на холм у старого моста. Бери с собой только сколько сможешь нести. Мы будем идти без привалов. Не опаздывай. Он так и не пришел. Тучечки пригодятся. Don't waste a step. Чё? Never wanted to step. Веревка всегда может пригодиться. Ну, это портал, да?
How much farther can I go? Better not be cursed. We'll get that open easily. Maybe there's another entrance. Ну все, больше взламывать нечего. Там больше 20-ки пробросить нужно. И не сломать. Че, блин? Пожиратели здесь до сих пор бегают. Привет, привет. Как поживаешь? Здоров. Прут на меня, твари. Ясно. Так, я же не в клинче, могу выйти из боя, да? Переместиться повыше. Один до шесть плюс один. Сотрясение мозга. Учитывая, что это мозг, тут есть что сотрясать. Так, ну ты в клинче уже. Больно. А, это как бонусное действие, да? То есть я не основное трачу на рывок. Понятно. Ну и капец. Поднять я ее не смогу. Собака Инчриди Бледанты, ого, привет. Один, два, четыре. Кислотой заход.
1d4 плюс 3. Дистанцию будем держать. Собака психопатит Слаймери, как отдохнул. Так, 1d4 плюс 3. 7 максимум могу, да, выдать. 1d8 плюс 3. То есть, в принципе, я мог бы этим прикончить, но не факт. Собака Инчриди Бриданты, знак одобрения Ващева, мегапушка, слава крутой. Окей. С этого я прикончу. Собака в психопате Слаймери, хату не разнесли. Соседи живы остались. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Don't waste a step. Так, а где здесь отдых? Wits and blades always sharp. Или просто вылечите. Сколько у меня зелит? Всего лишь 4? А, типа, повезет.
Let's get going. А чё это она носить больше может? Чё ты такой щуплый? Я ж плута делал. Потом щуплый такой. О, рэперка. 1D8. В принципе, можно было бы рэперку взять. Пока что. Вот, а так из-под тишка она со всем оружием действует, да? У нее скимитарчик еще есть. У него, кстати, анимация руки сломалась. Нормально. Починили. Обычный яд. Неплохо. Так, это все еще корабль. Летит, умирает. И вот копать пытается. Пробощенный рыбак. Что-то копают они не с той стороны, если что. Вытащите оттуда. Шанс есть убедить. Но не хватило. Не слишком убедительно.
creature's hold on them is too strong. Monster! That's my daughter! She's dying! You did this! You want to kill her! Любитель кубики покидать. Психо 558 было. Ну как же. Любишь кубики, люби и покидать. Сейчас будем убивать. Так, кто у нас следующий ходит? Ты уже ход свой сделала. Чтобы попробовать этого долбануть. Угу. Ну я в клинч, да? Цепить не смогу, можно попробовать ее столкнуть. Теперь я могу отступить. Но не буду, потому что этот дальник, он попробует, наверное, отойти. Можно было осьминога просто убить. Может, я не хотел его убивать. Так, ну теперь она в клинч. Будем так считать. И она не выйдет из него. Промах. А, оттолкнул. Suddenly something convulses inside you. Your vision lurches sickeningly. You are one with your assailants. Your minds fused together. They are frightened, lost. The creature in the wreckage is forcing them to attack you, controlling them like puppets. Its voice shivers across your brain, seeking access, trying to bend your will to its bidding. Кидаем кубики. Ровно 10. Presence in your mind gropes for purchase and finds the tadpole instead. You push back, taking advantage of a tremor of pain that cuts through the creature. As its influence wanes, your assailants lower their weapons, blinking in confusion. That thing, it was speaking in my head. Umberly, spare us, no. My friend, what happened to him? What's going on? Он споткнулся. I just remember digging. We saw the crash from the river. We were too scared to move at first, but that thing spoke to us. We were ready to die for it. Came ashore so fast, we crashed the boat. I don't know what we'll do now.
can find on a map. В жопе мира неплохо. Your mind. I can still feel it like an echo. You. You're like... Что, опять нападешь, что ли? Серьезно? Please. We're grateful for your help, truly. But we don't want any more trouble. We'll go. All right? We'll go. Интересно, свиная вырезка это с него добывается? We just broke a mind flayer's hold over its victims. How is that possible? The tadpoles? Very likely. We're probably changing already. We need to deal with these tadpoles while we still can. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now. If only you didn't feel compassion. Compassion. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Поебитесь еще. Неплохой вариант. Мысленно. Your mind's fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance. A vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive. And with your very body, you can provide. Может го сосаться. Ну. Defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Учитывая, что я знаю, как они сосутся, эти элититы, это было бы одной из концовок этой игры. Мгу. Там же они щупальца через нос до мозга это пропускают и потом поглощают мозг. Как там? Пожирают. Поэтому и пожиратели разум называют. Правильно, тот свет. Да пусть подыхает так. Он пусть мужика сожрет. Он тоже очень питательный.
если бы он меня попытался съесть, он бы с голоду сдох. Мамила два клауна. Ну, видишь, не то, что с голоду, а чтобы выжить. С другой стороны, он бы свою личинку сожрал. Да как это? Сперму, что ли, свою проглотить? То же самое, наверное. Есть сперму считается каннибализмом. Не знаю. Наверное, это считается кошерным. Кошерной пищей. Кому он лутки говорит? Мы убираемся отсюда, или что? О, у них отмычки были. Добрый, можно стащить этот. Можно сломать, попробовать. У меня одна отмычка, я могу ее потратить на дверь. Блин, на этот ящик. Я бы на дверь потратил. Одна из капсул. Ну, дайте угадаю, здесь был летит, которого я создал нажатием кнопочки. Шикарно. Я доволен, что хотя бы один летит выжил. Полноценно. Пойду попробую взломать еще раз. Шанс очень маленький, но... Давай, пятнашку. Шесть. Шесть маловато. Чё за штамп на стене? Это портал, как я понял. Как в Divinity. Были эти порталы. Разломы портальные. Также и тут. Круг древних рун. Минуточку. Никто же не будет против, да? У них даже ключей нет. Наворовался.
Да, ворвался, да. Короче, я этот сундук просто сломаю. Что ты творишь? Ничего. Хорошо. Лучше себе веди себя хорошо. Хорошо? Блин. А в смысле хорошо? Ну-ка пошли. Я его потом взломаю, когда отмычки будут. Наворовался. Ящик стащил. Десять килограмм. Астарион. Так-то ничего полезного, да? Если был, был. If not over, then through. А нет подсветки предметов на Есть. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Сам убивай. Сам убивай. Судя по виду, тебе это вполне по силам. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Зачем откататься? Неплохое положение, Нил. И что он дальше сделает своим ножичком? Пронет меня? Бездействует. Ладно. 6 плюс 3. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Я уже ненавижу эту игру за кубики. Ебанишься. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Типичный ДНД с кубиками. Откуда он меня видел на корабле? С компьютерными кубиками. С компьютерными кубиками. Ты бы хотел настоящие? Оружие ближнего боя плюс 2. Да лучше бы так. Жаловаться ни на что было бы. О, анимация шикарная. Unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. Light, the fear. What was that? What's going on? Я не знаю, что это было, но нас что-то соединило. It's those tentacled monsters. Whatever they did to us caused that link. They took you too. I saw it during
whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Какая история? My, my. You've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the... То, что он был бродягой, когда его поймали. История. Но, к сожалению, не превратят нас в улитидов. Кстати, Дейса, по-моему, можно отключить. И это автоматически будет происходить. Проброски. It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Контролировать? От паразита надо избавиться. Well, yes, of course. But first things first. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flayer ship and walk away seems like a good person to know. All right, I accept. Lead on. Это пока что самая приятная личность, которую я встретил. Они тоже пытаются плод. Полноценную настолку на ПК. Пусть реально дадут людям опционально пользоваться настоящими кубиками, а не этот псевдорандом. Ну так это легче просто в ДНД пойти играть. С Дейсами. С ДМ. Типа нафиг тогда играть в компьютерную игру. Они же не заставляют меня играть. Не хочешь, не играй. Тут ты сам с собой играешь. Попробуй собери людей. Мамила два клауна. А, ну, в этом плане возможно, да? Так, по сути, я сам для себя и хочу пройти. Зачем мне с кем-то проходить? Что можно у гоблинов найти? Кость. Гоблинский скимитар. Сложно называть гоблинский скимитар скимитаром. Так я наоборот говорю, что здесь ты в соло играешь. Ну. Нет, тут есть мультиплеер, но... Не знаю. У меня даже есть знакомые, у которых есть Baldur's Gate. Ну, я хочу один поиграть. А, Дейсы, это же рандом. Там просто числа. Расчет идет. Вот. По сути, я просто нажимаю кнопочку. Это проброска данных идет. И все. Я могу отключить его. Кубик этот.
Я не доверяю компьютерным кубикам. Ну, там... Там не кубик, там формула. Определенно, скорее всего. Как Neverwinter, как Baldur's Gate первом, втором. Там определенная формула. Чуть шипами. Так, где-то припасы. Вот это нафига мне. Не люблю всякое говно собирать с собой. Потом думаю, нахрена мне. Так, настоящие кубики — это тоже псевдорандом. Вот поэтому лучше руками бросать, а не формулы вот эти вот. Так какая разница, там формула, там, допустим, от 1 до 20, да, формула, то, что ты вот должен пробросить кубик. Понятно, что там, когда ты играешь в D&D, там по-другому считается чуть-чуть. Сколько тебе нужно на проброс там все это? Плюс какие-то предметы. Ну и тут, наверное, тоже есть предметы на проброс, на увеличение. Где тут сортировщик? Они же не придумали ничего нового. Они просто, ну что там, потянули графику, анимацию. Кто это, бляха-муха? That's unexpected. Last I saw you, you were lying in a crucible's worth of blood. An intellect devourer nibbling at your ear. Glad to see my eyes deceive me. I'm Gale. Well met. Ты кто? Very same. A traumatizing experience, if an instructive one. Yes. The ocular penetration by an illithid tadpole, which will end with our souls being snuffed like strands of weave caught in dead magic. Not to mention, you're staring at me like a Rashimi at a blackboard. You're no wizard, are you? Hmm, pity. But that'll have to wait. The primary need now is a healer. I take it you recall the insertion of the parasite. Куда вообще берутся все эти ребята? Просто из воздуха. Are you aware that after a period of excruciating gestation, it'll turn us into mind flayers? A process known as seramorphosis? It is to be avoided. I assume you're no accomplished healer either. Powerful cleric, maybe? Hmm. Then we'll have to find one. And fast. You and I are in a whole lot of trouble. We need help. I'm not sure where we'll find it in this wilderness. How about we embark on the quest for a healer together? Most excellent. Then, without further ado, let's be off. Besides... Looks like you keep some interesting company. A woman with shadows for eyes, deep as the dark lake. Pleasure, madam. Is it indeed? We'll see.
Волшебник из глубоководья. Прикольно. А чё эта вичуга такая грязная? У вас же бегали. Я не знаю, что за... Все чистые, одна единственная бичуга. Бабы, что сказать, не моются совсем. Вот вон чистенькие. Бородку ты же побрил. Сон. Громовая волна. Масло. Школа эволюции. Школа. Преграждение. Чё, блин? А, то, что я себе открою, да? Лучше по лестнице. Урон ядом. Считает зла и добра. И прыжок. Дальность 9 метров. Тут вплотную нужно подойти, чтобы использовать. Наверное, это возьму. Можно вообще другие, да, выбрать? 1D4. Вон. 2D8. 2 дайса по 8. 3 дайса по 6. Вплотную нужно. 5 метров. Может, у нее это по квинте внешка такая Shadow Heart. Тут еще какой-то проход был. Что-то пропустил? Или тут берег был? А, возможно, от ранения у нее такая-то грязь какая-то на лице. Вот здесь вот неоткрытое голову. Место. Голову. Ушиб всего тела. Он еще живой. Долго умирает. Уже давно мог высосать этого мужика. Тут подъем наверх. Ловушка с шипами. Прекрасно. Тут ловушки где-то с шипами.
find a way forward. Хм. Такое ощущение, что корабль стал поменьше с последнего моего визита на него. Иссох. С интриги. Так, пойдем к развалинам. Может, что интересное найдем? Вход в часовню. Haven't seen anyone but us. It's just wilderness out here. Hells. Pity you aren't as good at grave robbing as you are at excuses. На них этот камень можно уронить. Just being careful. Like my mum always said, fools rush in. Я не знаю. Наверное, можно. Непонятно как. На веревку наведи. А, да. Of course I want to be rich, but not if it'll get me killed. Quiet as a mouse. Charmed, I'm sure. Maybe I should. You'll die a bloody pauper unless you take a few risks. Shouldn't mind my step. Why don't we just wait a while? Make sure it's safe. Куда ты прёшь-то? Можно сказать им стоять на месте. Там было еще два врага. Ну, неплохо. Так только волшебник еще в скрытности. Скрытность успех. Опа! Неожиданно.
Путь перекрыт. А. Проброски хорошие просто были. Отсюда я не попаду в нее, да? Какого-то вот товарища. Может, что-то кинуть? Упс. Испытание пройдено. Окей. Неплохие у него стрелы. Поспать решил. Я только рядом поставил. Мамила 2 и W. Да я вообще не собирался их ставить рядом. Они как-то скучковались, твари. И сдвинуть уже нельзя было, когда бой начался. Эй, поднимайся. Пора спать. Тихо, хотя бы завязать. Тут колючка мешается. Скорый разряд. Так. Два Д восемь. Дальность 5 метров. Если бы она немного в другом месте стояла, можно было бы попробовать ее толкнуть. В яму? Думаешь? Не, мне кажется, она не провалилась. Видишь, тело-то не провалилось. А вдруг? Далеко. Один до 12. Я думал, сон может, хотя в сон нахрена кидать тоже. Можно его кинуть в сон. Пусть поспит. Нормальное оружие поменял. Действие, типа, не потратил, да?
А, не, потратил. Хорошо. Значит, рассчитывается. Так. Двигайся из кислоты. Что это было? Она типа разбудила его пинком. Поджарено. Survival isn't such a distant prospect. In for a surprise? Что за книжка? No time to dally. Let's see. Колбаска. Веленая. Длинный меч. Одноручная натяжка D8. Полуторник.
looking ahead. Как это сортировать все это говно можно? Судя по всему, нет. Вроде сверху написано тип. Сверху. Вот это? Это только если вот так вот открывать. Как-то, чтобы оно распределилось. Сверху справа. Все. Спасибо. Поясу идти будем. Ключики залез. О, лежанки. Здесь отдохнуть можно? Чё это дает? Черта не дают. А с собой забрать можно? Да. Но смысла в этом нет. Мне, кстати, еще отмычки появились. Мешок из рогожа. Блин, опять эти. Сплетенная лоза, как магия действует. Прыгать будут. Типа это катакомба какая-то. Перед сюда или нет? Так, не понял, а где путешествие по пустоши? Оно ушло. Верни. Нет. Гимблиблок попал в какую-то западню, ему нужна помощь, срочно. Я там был элитный таракан, верни. Ты до сих пор там элитный таракан? Куда я припрусь? Ай.
Здорово, спрашивай. Махач. И выздоравливай. Спасибо. Спасибо. Да вроде лучше себя чувствую. Блин, клинч на этом стоит. Ну, ладно. Прни его. Семьдесят 75%. Зачем путешествие убрал? Так я же переставил винду, там все перенастраивать Ой. Нужно. На боте. Мне просто лень было. Пока что. Долго играешь в БД3. Нет, недолго. Практически только начал. Ломать сыр из глубоководья. Интересно, долго он так ехал? Так, тут 4 жила, это посложнее будет. Я вот хотел спросить, можно будет заказать стрим по Project Zomboid? Зачем заказывать? Блин, что-то файт с ними я не хочу. Ну так понял, я с... Игра понравилась. Игра понравилась. That way. Вон. No more prayers, only silence. Must be lonesome to be a forgotten god. Who are those prayers for? Normally the patron god is obvious. Not here. Табличка. Ancient, indecipherable text covers the plaque. Dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Мерзкое проклятие. Я так понял, я зашел с другой стороны. Чё тут думать? Бери табличку с собой, глядишь, через пару сотен часов найдешь НПЦ, который переведет. А его можно забрать? Нет. Нельзя. На приколоченную, походу. Винтами переключено. Это же не винты, а заклепки. Вот здесь и здесь.
Только древесина не такая древняя, как табличка. Я, кстати, сундук с собой таскаю, который хотел взломать. Отломай доски, откуси кусок дерева, выломай стену. Нечего ломать. Что там, проход нет? Ancient, indecipherable text covers the plan. Dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Может, потом просто изучу этот язык, типа. Так. Полка. Изучишь мертвый язык, а ты неплох. Можно, наверное, встретить какого-то мертвеца, который расскажет об этом мертвом языке. В ДНД все возможно. Ну, язык уже не такой мертвый будет. Так, насчет сундука. Чтоб он мне место не сбивал. Броня. Четыре золотых в сундуке. Что-то мне подсказывает, что сам сундук дороже. Ловкость плюс один. Зачем выбирать прическу, если я все равно буду пол игры с горшком на голове бегать, который дает какие-то бонусы. Зачем в пати два плута? Так вышло, что главный герой плут. Как ни странно. Так, а второй зачем? Ну, присоединился. Потом откажусь от него, если еще кого-нибудь встречу. Я вообще не понимаю, какое здесь ограничение на пати. Больше никого не встретил. Это, наверное, в катакомбу спуск еще один. Только тут прыгать нужно. Don't waste a step. Тут можно общаться с домашними животными. Я еще не видел ни одного домашнего животного. Хотя не, подожди. Истязателя разума я, по-моему, встречал уже одного. Или как они там называются? Такие мозги с лапками. Я думаю, это домашнее животное.
улитидов. Так что в какой-то степени я общался с ним. Телепатически, правда. Нет, я про обычных коров, кошек, собак, лошадей. Ты, кому нужны эти животные? Чё тут тифлинги забыли? Ладно, можно сходить к ним и выяснить. Если просто. Нельзя, говно, это, а не ДБД. ДБД? Dead by Daylight? Another step forward. Zoru was right. Yellow as a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Your skull pounds in response to the prisoner's red hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. You again. Get rid of them. Это мольбы о помощи? Under elf. Летай, Наймеса. Подземный эльф. С пугением попробовать. Критический провал. Not happening. Demaze, now. У них еще и инициатива первая. Что, серьезно? Притык стоишь, почему ты не можешь попасть по нему? На 100%. В игре Drive in Divinity можно выбрать стартовый перк, чтобы понимать язык животных. Но это не Divinity. Вроде как. Divinity Baldur's Gate 1.0. Distance.
take you. Почему он двуличность получил? Или, типа это дебаф для него? A tale for the ages. Физика вышла из чата. И, конечно, гениальный. Давайте атаковать огнем огненного тифлинга. Молодец. У Дамайса само наводящиеся стрелы. Бойся его, он переиграл в Warframe. Я не удивлюсь, если у него еще какие-то стрелы. Так, ладно, проброску он выдержал. Так, я так понимаю, чтобы спустить ее, нужно выстрелить в веревку. Я против убийства тифлингов, они слишком горячие. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Если что это такое? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geek tadpole, we must report to a caretaker for purification. Действительно, хотя бы спасибо может сказать. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A crash must be near. I must interrogate this Zoru.
Our very lives depend on it. I will be at your camp. Играем за толерантного Широя. Он ассоциирует себя девушкой. Да-да-да. Блин, ну я даже не знаю. Получается 4 персонажа, да? Плутая я бы не выгонял, потому что он самый приятный персонаж из всех, кого я встретил. Серьезно. Вообще, где лагерь? Он сказал, жди меня. От него никакого толка, если ты сам плут. Жди, блин, ну я, видишь, не смотрел в будущее. Не знал, что там плут сразу встретится. Тут, по сути, все персонажи встретятся, наверное. Все классы, которые есть. От него вдвойне меньше толка, потому что он выше эльф, а не темный. Для Плута лучше темный эльф. В любом случае, пойду я уже спать. Услышь. Так что давайте. Всем спокойной ночи. Спасибо, что зашли. Удачи и не болейте. Когда я играл в Neverwinter Nights 2 первым героем, я создал гномас профессии Монг. Кто же знал, что оно так выйдет?